В связи с установившейся жаркой погодой во многих районах Кубани, в том числе и в Славянском районе, введен противопожарный режим. На территории Славянского района с начала лета произошло 94 пожара. Причина многих возгораний – пал сухой травы и бытового мусора. Среднее время прибытия пожарных к месту происшествия – от 4 до 8 минут. Но даже за столь короткий промежуток времени пожар может привести к серьезным последствиям. Поэтому лучше не допускать возгорания. Для этого необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Воздержаться от сжигания листьев и бытового мусора на своих придомовых территориях. Не бросать окурки, не разжигать костры. Тем более, что за это могут привлечь к административной ответственности. Сначала вынести предупреждение, а потом выписать и штраф, который составляет на физических лиц до 2000 рублей, на должностных до 20 тысяч рублей, на юридических до 50 тысяч рублей. Берегите свою жизнь, имущество и кошелек. Помните, огонь – это неуправляемая стихия, и безответственное отношение к ней и правилам пожарной безопасности ни к чему хорошему не приведут. Единый телефон службы спасения 112.